Блаженный Августин родился в Африке, в городе Тагасте. В Карфагене юноша получал образование. И после, в качестве преподавателя риторики, прибыл в Медиолан, в период епископства святителя Амвросия. Под руководством епископа Августин изучил Священное Писание, и Слово Божие произвело в душе его коренной перелом. Он принял святое крещение, раздал все свое имущество бедным и принял монашеский постриг. В 391 году епископ Ипонийский Валерий посвятил святого Августина в сан пресвитера, а после смерти святителя Августин занял Ипонийскую кафедру. Много трудов за 35 лет епископства блаженный Августин посвятил борьбе с ересями донатистов, манихеев и пелагиан. Святителям было написано много сочинений, понятных простым людям и назидательных. Самые известные из них – «О граде Божьем», «Исповедь», «17 книг против пелагиан» и «Христианская наука». Представился ко Господу сиюгодник Божий, христианский богослов, философ, влиятельнейший проповедник и церковный учитель в 430 году. Июня. День памяти блаженного Августина Аврелия, епископа Ипонийского.